Умельцы Югры привезли награды из Салехарда. Здесь подвели итоги конкурса профмастерства. Славим человека труда среди мастеров народных художественных промыслов. На победу в трех номинациях претендовали 33 участника со всего Уральского федерального округа. Наши земляки отличились сразу в двух номинациях. Так, главный приз среди мастеров по обработке дерева достался Сергею Лукьянчикову из Нягани, а Анатолий Пельметников из Нижневартовского района завоевал третье место среди резчиков по кости.